Красноголовая тля выходит из гала. Гал – это скрученный краешек видишь, листа багрового цвета, внутри что-то типа слюны. И вот там сидят вот эти тлюшки. Вот выглядит она таким образом. Он как усами шевелит. И усами шевелит, да. В гале могут находиться от там, 2, 1, 3 и даже 4 штуки. Очень шустрые товарищи, бегают быстро. В общем-то, нарушают декоративность. Расскажите что-нибудь, Лена Ивановна, про красноголовую тлю. Потом повреждения будут намного сильнее. Весь лист может превратиться в красный гал, и соседние листики тоже. А колония тли, сейчас их мало, будет большая, там 150 тли. Ну, и они покроются опушением небольшим. То есть дойдет до полного нарушения декоративности дерева. Поэтому с тлей надо бороться системными инсектицидами. Актора, что у нас там? Амайд, флумайд. Конфидор. Конфидор. Все, уползла наша аптека.